Здравствуйте, дорогие ребята. How do you do? I'm very glad to see you. Сегодня мы с вами разберемся в указательных местоимениях. По-английски это звучит demonstrative pronouns. Нас интересует, как мы будем их использовать. Таких указательных местоимений в английском языке 4. Это слова «это», «тот», «эти», «те». То есть речь пойдет о предметах, которые находятся близко, и о предметах, которые находятся далеко. Рассмотрим первый случай. Здесь мы с вами видим, что красный мячик находится рядом со стрелочкой. Указательное местоимение звучит this, поскольку это единственное число, мы используем форму глагола to be is. This is a red ball. Теперь у нас рядом три мячика, которые находятся рядышком. Указательное местоимение в этом случае звучит как these. Долгий звук и, обратите на это внимание. These are red balls. Если предметы находятся далеко, как вот во втором случае здесь, да, у нас, от стрелочки зеленый мячик находится далеко. Указательное местоимение звучит that. That is a green ball. Теперь у нас три мячика, и они находятся далеко от стрелочки. Those. Those are green balls. Потренировать такое задание, такие слова можно следующим образом. Перед вами на доске упражнение, которое легко выучить наизусть, но в этом случае вы уже не будете ошибаться в использовании нужной формы указательного местоимения и соответствующей формы глагола. Это упражнение учится наизусть. This is a pen. These are pens. Обратите внимание, я использую предметы, которые находятся близко. That is a book. Those are books. А эти предметы находятся далеко. Все можно использовать, предметы можно использовать абсолютно разными. Можно воспользоваться и вот такой табличкой. Обратите внимание. These – это предметы, которые находятся близко. That – those – предметы находятся далеко. This – that – это единственное число, используется форма глагола is. These – those – эти предметы находятся во множественном числе. Используется форма глагола to be on. Чтобы потренироваться, воспользуемся упражнением. Нужно составить как можно больше правдоподобных предложений. Используя подлежащее, нужную форму глагола to be и определение. Например, this dog is black and brown. Или these toys are orange. Потренируйтесь. Я думаю, что у вас все получится. Bye.